жабовник. Наши приключения продолжаются. Ну, на этом жабовнике мы были уже не один раз. Поэтому как бы ничего нового не откроем. Хотели на совершенно новый поехать, но ладно. Попробуем. Здесь народу, как ни странно, нету. Вот. Так что мелкой щуки тут было много. Так теперь не знаю. Ловить будем, не знаю. Будем попробовать сначала, может, опять на железо, как вчера. Тем более, что оно достаточно неплохо себя вело. Вот. А вообще хотелось бы попробовать на воблеры. Кастинговые, то есть как бы с маленьким заклубом, кренки. Биноу, в общем. Ну, в общем, глядим. Ну вот, еще добавлю. Вчера видео тоже смотрел. Ребята открывали сезон 2013 года. И тоже заметил, что тягали на железо в основном. Вот. Первое наконец-то досталось. На железо. Iron Man продолжает свой железный поход крестовый против щуки местного пошива. Что-то с ней ниже головы, бери пальцами. Сзади. Аккуратненько, спокойненько. Ну вот, беру. Аккуратненько. Во. Пальчик сунь туда. Зайки, сухи. Тампон. Скальпель. Стакан. Еще стакан. Пациент скорее мертв, чем жив. Все, господин хирург, довольное личико. На, повисло, просто повисло. Дергается, задавит. Да, сейчас задавит. Тот же вариант. Да, тут надо еще, наверное, разжим. Для такой мелкой разжим. Еще один. Еще одна. Тоже несколько раз. Ближе подмотаю, издеваешься. Хоп-хоп. Как специалист. Ой, большая. Была. Так. Ловец ловит, оператор снимает. Лях. Снимает. Да. Тебя на круг подвесит. Ты много снимешь? Стандарт в шлагодке. Приезжаешь, больше никого. Такое чувство, как будто все вымерли. Без энтузиазма. Ну, я на железяки всякие разные. Петя-тя. Лету получим. Иди сюда.
страшно сегодня? Села. Были на вторую палку. Так, греби давай. Мускульная сила, она же уже развернула. Засняли как дерево посреди озера. Да, посадил только что дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Посреди озера. А дед теперь на веслах наяривает. Опа, опа. Сидит, отдыхает. Ясно идет. Кто на что учился? Поймал травянку береговую. Наш. Iron Man. Какая-то похожая. У нас солюзяк. Может, тебе спиннинг подержать? Да. Надо под сак брать. Надо, надо. Надо под сак. Я передавно мог рыбу поймать. Но, слава богу, закончу. Хоп! Ля. Хватка мертвая. О. Да, как отмеренные? Шпингалета. Тебе уже согнуться лень. Короче, надоело мне снимать твои хирургические эти вот. Все равно отпускается. Да? Ну что, снимать, как ты щуку мучаешь? Ну что, да. Освобождаю. Отпускается. Вырастут. То-то они и растут каждый год. У меня нормальная была, зачетка, я тебе говорю. Пока хватил камеру снимать этого, блин, у меня спиннинг брошенный заплясал. Была уже такая чуть покрупней. Тоже ушла, слава тебе. Она сзади шла, кстати. Ну да, ты это сама начал, да. Взял камеру. Взял камеру, кинул спиннинг, она сначала развернулась, потом и заклевала. Какой? Госстандарт. Миллиметр туда, миллиметр сюда. 10 грамм таких. Леха. Так съест. Слив на жесткий. Или бурденка. Куда ты деваешь? Шоке, рыба. Штука в шоке. Что это такое?
Она хочет поближе что-то познакомиться. Еще ей искусственное дыхание сделать. Надо отойти. Верхузом не плавайте, слава богу. Сейчас большие ножницы из воды. Оп. Натуря какая-то странная. Ладно. Да. Бешеная селёдка. Давай, уходи от меня. Госстандарт прошлогодний. Спокойно. Может, что ж ей приносить ущерб здоровью? Так, 3 секунды, не дождь у вас. Дядя Андрей трофея словил. О, ты смотри, чтобы подсак не надо было брать. Ты можешь его достать. Какая-то такая тугая была сначала. О, не понял. Ты еще леску тебе захватил. Да. А я думаю, что мне дергать? Так? Нет. А. Вот сюда. О! Есть? Да, есть! О, хорошая рыба какая! Лайк! Будешь забирать? Пусть растет. Ну, смотри сам. Счастливый обладатель октопусов. Здрасте, трофей сегодняшнего дня. После долгой и продолжительной болезни. Че, удрала? Да не, не трофей, просто сильно. Ну вот, была и всплыла. Была и всплыла? Да. Попытка починить компьютер в лесовозе по телефону. Во время рыбалки. Только у нас может быть такое. А, тут танцы... Пара с Windows, да, тут, да?